Во всех районах Тверской области в преддверии 23 февраля проходят праздничные мероприятия. Что запланировано в областном центре, выяснила наша съемочная группа. Праздничный день в столице Верхневолжья начнется с памятных мероприятий. Они прежде всего направлены на формирование у подрастающего поколения правильных ориентиров и целей в жизни, мотивацию относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. 23 числа у нас в городе начнутся торжественные праздничные мероприятия с возложения цветов на всех воинских захоронениях. На некоторых пройдут в 9:00, где-то в 10:00. Далее в 11 часов у стелы воинской славы пройдет торжественное возложение цветов. Отметим, что в преддверии Дня защитника Отечества в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики проходили различные мероприятия, а также спортивные состязания. Но завершится сам праздничный день 23 февраля. С салютом его залпы раздадутся в 20 часов возле обелиска Победы. Подробная программа праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Твери www.tver.ru в разделе «Объявления».